В минувшую пятницу топ-менеджеры «Алма-ТВ» покинули привычные рабочие места и вышли в поле. В переносном смысле слова, конечно же. На один день руководители компании стали консультантами в торговых офисах, сотрудниками контакт-центра и техническими специалистами. Цель данной акции – это провести прямой диалог с нашими абонентами, узнать их пожелания, узнать их мнение о качестве нашего сервиса, узнать о качестве наших услуг. Такой опыт, по мнению руководства «Алма-ТВ», является положительным во всех смыслах. Он позволяет не только генерировать новые идеи, но и видеть как позитивные изменения, так и недостатки, которые обязательно будут устраняться. Впрочем, сами клиенты уровнем обслуживания от руководства компании остались довольны. Сама идея, когда руководство посещает, непосредственно работает с людьми, потребителями, это просто замечательно. По-моему, еще ни одна компания Казахстана такого не делала. Офисный десант, именно так называется эта акция, проводится уже второй раз. В прошлом году топ-менеджеры компании уже примеряли на себя роли специалистов торговых офисов и консультировали клиентов. В компании отметили, что сделают эту акцию традиционной.